Вот мы готовимся к обеду уже. Время час. Тут Дарья занимается музыкой. И все ведь что-то там брякает. По очереди. Сначала до. Найди до. Бах. Вот это. Ну все, братва, за стол, потом куда играет. Все, я руки вымою оттуда. Сейчас молиться будем, потом побежишь куда-то. Остальное место. Раз сказали молиться, значит молиться. За молитву святых отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, благослови нас вкусить дары Твои святые, даруй мне Твою щедрость, и освети их словно истинной молитвы, как Тобою предсказано было. И не проди нищих сирот до одиноких, пошли им все потребное для всей жизни и для будущей. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кошка там пять пузатая. Так, у меня там, Володя, вот этот рот, посмотри. Сынок, пошли. Шкаф угол, я не знаю, чье это. Проверить, в прошлом году, как у нас это было тут. Да нет, это я приносил. Ну, а давай, я отдал малышам. Как? Да, давай. А что, может быть, это с того края сесть? Ну все, а что у нас сегодня на обед-то? Фрукты, зелень. А, это я овощики. Салат, рыбка тут, селедка соленая у Николая Георгиевича. Это такая вещь, что в любой день можно лопать. Чего наливаете? С лучком. Сделано. Так. А это что? А ты? А это там простокваша. А она уже готова? Ай, пусть попробуй. А что пробовать? Давайте хлебушка хоть маленькая. Надо самим попробовать скоро. Как много, то что такое? Много, да? Ну ладно. Давай, садись. Ладно, давай. Подавай, будет там. Что-то стол шевелится, но раньше не шевелится. Кто-нибудь хлеба? Семя, сейчас, дорогой. Кто бы хлеба дал бы? Кто бы дал хлеба? Ну, что такое? Хлеба, держи. Хлеба тебе. Тихо. Это не на место стоит. Это кто поставил? Я вкручалась. Извините. Оля, а что стола? Все сядь. Он совсем не будет. Окошку нет. Да. Кушать, потом кушать. Берем. Кушать. Это я виновата. Надо смотреть под ноги, куда я еду. Сева. Что такое, а? Чернушка? Нет. Что тебе надо? Где ложки? А ложки здесь, мне надо их кипятком ополоснуть. Соскучилась. Чернушка наша. Так, а вот тебе? Ага. Так, это или масло, или сметана? Не сметана. Принеси, да? Не, хватит нам. Хватит? Сейчас будем сундать. Садись. Не надо. Ты кушаешь, а у нас еще каша потом есть, и чай вкусный. Каша вкусная. С молочком? Нет, без молочка. Салат снял? Ладно, жди. А? Молоко-то там у нас на кухне. Нет, еще не приносила. Ага, ладно. Ну все. Была грязь такая, мышиный помет тут все везде после зимы. Сестра уже более-менее порядок навела. Уже чистенько. Сразу видно женские руки. Вот. Ну все, что сказать. Слава Богу за все. Аллилуйя.